сразу заметила, когда сейчас прошла в театр. Это, наверное, была вторая группа студентов, но тем не менее это очень бросилось в глаза, что почему-то все стесняются здороваться. Не знаю, с чем это связано, но вообще-то в любом театре есть такой закон, что каждый человек, будь это актер, уборщица, кто угодно, каждый человек, который только вы входите во внутреннюю часть театра, с каждым человеком, который есть в театре, вы здороваетесь. Поэтому не бойтесь этого. Это наоборот очень приятно. Поэтому, когда идет сюда вторая группа, а вы выйдете отсюда, пожалуйста, помните это правило. Оно очень важно, потому что, когда мы идем на работу, нам нужно собрать светлую, хорошую энергию. А когда мы встречаем хмурых людей, в общем, достаточно сложно эту энергию собрать. Так, сейчас мы будем знакомиться. Вы познакомились друг с другом? Все. Потому что вы уже знаете первую наизусть, поэтому не будет даже легче. Давайте так, как в школе, наверняка делали такое упражнение. Например, начнем с молодого человека в матросской майке и пойдем. Ладно, чтобы не было сложно, мы говорим имя. Значит, говорим имя, следующий говорит имя. Следующий говорит имя. Алексей. Дана. Алексей, Сергей, Игорь, Анна, Екатерина, Дана, Оксана. Алексей, Сергей, Игорь, Анна, Екатерина, Дана, Ксения, Кира. Сейчас я быстро приложу, запомните, да? Что я хочу сказать? Я очень вас прошу, чтобы вот это вот пространство, которое мы с вами организовали, это никакой не экзамен. И ничего вообще страшного, если мы забудем эти имена. И всегда можно остановиться, ошибиться и вернуться опять, и начать сначала, и сделать правильно, и сделать неправильно. Давайте договоримся, что вот это место, которое у нас сейчас есть, это самое вообще радостное место, которое только может быть. Это место, в котором можно делать все, в котором мы свободны, в котором мы обязаны ошибаться. Потому что мы студенты, а потом, когда вы выясняете, всегда самым спокойным, самым радостным, самым хулиганским и самым тем местом, где ошибки просто должны быть. Да? Поэтому мы просто сейчас познакомимся. Тем более вы тоже не знаете этого. Пожалуйста. Вот еще. Давайте в круг сядем, ребят, неудобно так. И девочки, вы тоже. Сюша, Кира, Эльхан.